Сегодня хочу вам показать, как нам сделали асфальт на Победенке. То есть, хочу заметить, вот этому асфальту, который я вам сейчас покажу, всего неделя. Я даже помню, как его делали, потому что я шла ночью в магазин, здесь работала техника, работали, значит, сгорел свет, было темно, шел дождь, и делали дорогу. Сейчас я вам покажу. Вот так сделали нам асфальт. Смотрите. Ему всего лишь неделя, а у него уже вот такие вот дырки, вот такие трещины. Вот так. Не знаю, будут они исправлять или нет, но пока у нас вот так. И по обочинам тоже.